Заседания штаба по вопросам отопления в Химках проводятся дважды в день, и еженедельно на постоянной основе в них принимает участие вице-губернатор Московской области Евгений Храмушин. Совместно с главой городского округа Дмитрием Волошным он постоянно контролирует состояние химкинских теплосетей. Ежедневно в Химках задействованы порядка 40 единиц специальной техники. Вот так сотрудники развоздушивают десятки километров труб. Также внимательно отслеживают адреса, на которых ранее уже устранили поломки. Например, в доме 14 на улице Кирова год назад были прорывы труб в подвале. Сейчас в дом тепло поступает бесперебойно. Это была большая проблема. У нас, кроме того, в подвал протекала горячая вода, от чего были испорчены стены первого этажа. И администрация среагировала на это. К нам приехало две машины, и за одну или две ночи они устранили все эти недостатки. И через некоторое время, до конца года, даже сделали ремонт в подъезде. То есть следов от наших неприятностей практически не осталось. Также в кратчайшие сроки произвели нормализацию давления по улице Дружбы. Для этого специалисты ТСК «Мосэнерго» заменили участок, разводящий теплосети, ведущий к дому. Провели гидравлические испытания сетей, заменили неисправную арматуру на всех насосах горячего водоснабжения. Теперь, признаются жители, в квартирах так тепло, что иногда приходится открывать форточки. Были проблемы в одном стояке, но мы оперативно решали. То есть были поквартирные какие-то там точечные проблемы, их решали просто вот по звонку, по ситуации. И немножко была проблема в одном подъезде с одним стояком, который мы также решили благодаря территориальному управлению. На территории городского округа сейчас работают 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов. С начала отопительного сезона, 1 октября, эта инфраструктура заработала на полную мощность, подавая тепло. Если же вы замечаете перебои с теплоснабжением, обратиться к профильным специалистам можно, воспользовавшись одним из самых удобных форматов общения с властью – на выездной администрации. Ближайшая такая встреча состоится 14 ноября в микрорайоне Сходня по адресу улица Тюкова, 8. Сервер Бекмамбетов, Андрей Панченко, Руслан Сафин, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.